Пошла запись. Yeah.
пожалуйста, правильное пребывание в цирке. Вход в зрительный зал после третьего звонка, а также выход из него во время представления осуществляется через проходы левой и правой сторон второго этажа. Во время представления строго запрещается пользоваться лазерными указками, вставать с места и подходить к арене, проводить видео и фотосъемку номеров программы. Следите за детьми во время работы номеров с животными. При утере личных вещей обращайтесь к администратору или контролёрам цирка. Приятного вам просмотра! Организаторы фестиваля,
Запорожце. Мы приветствуем вас на гала-концерте фестиваля «Дива-цирк». Сегодня наши участники с удовольствием продемонстрируют вам лучшие номера фестиваля. Надеюсь, они вас порадуют своим мастерством. Сейчас они все стоят и волнуются вот за этим замечательным волшебным занавесом. И, конечно же, они ждут вашего радушного приема, ваших аплодисментов, ваших открытых сердец. Давайте приглашать. Выступление наших артистов оценивала профессиональное жюри. Итак, приглашаем на нашу арену цирка уважаемое компетентное жюри. Корниенко Владислав Викторович, ректор Киевской академии эстрадного и циркового искусства, заслуженный деятель искусства Украины, кандидат искусствоведения, профессор. Сиділи до 2 години ночі. Але ми відібрали найкращі номери, бо так багато приїхало чудових, талановитих, молодих циркових артистів і колективів, що ми ледь-ледь впоралися з програмою. Бо цієї програми номерів ми могли демонструвати і 2-3, і більше днів. Отже, хай цирк збирає зали, хай дитяче циркове мистецтво демонструє радість, і свято в нашій хаті, в нашому домі. Дякуємо Всеукраїнському цирковому фестивалю Запоріжжя. Дякуємо всім, хто зібрався в цій залі. А артистам зараз оплесками побажаємо хорошого, професійного нам спектаклю. Я від щирого серця вітаю всіх учасників проведення цього прекрасного фестивалю. Цей фестиваль сьогодні підказує нам, що цирк на Україні є. Цирк є і цирк буде жити, бо цирк – це сила, молодість, красота. Хай Бог допомагає, щоб всі сьогодні відсвяткували це прекрасне свято. Хотілося б, щоб всі вийшли на манеж, відпрацювали, але, на жаль, ми сьогодні вибрали краще. І тому, якщо доживемо до слідуючого року, буде знову фестиваль, наші представники кажуть, і знову будемо проводити цей фестиваль. Хай буде добре, удачі, благополуччя, всього доброго. Я буду краток. Діти – це наше будущее. І от там за кулісами просто шикарне будущее стоїть, волнується, переживає. І, звісно, здесь тоже присутствует наше будущее, тоже сколько детей. Это очень здорово, потому что цирк – это всегда радость, это счастье, это улыбки, это хорошее настроение. Вам всем хорошего настроения.
А мы бурными аплодисментами встречаем наших участников. Марина Фролова, Мирослава Караусова, Анастасия Коробченко. Цветы Украины, аплодисменты! Yeah.
Кристина Гусенко, город Херсон. София Пономаренко, игра с хулахупами. Thank you.
Арена смелых! Аплодисменты! Сборная «Пластический этюд» Елизавета Воробьева, Екатерина Загоруйко, Ирина Пустовалова, Вероника Цой, Марина Фролова и Анастасия Головченко. Аплодисменты! Коллективы «Ариак», «Орликина», «Молодость», «Феерия», «Женрок», «Романтики». Никополь, Черноморск, Полтава, Запорожье, Херсон, Днепрорудный. Аплодисменты встречаем наших участников.
Елизавета Воробьева, Екатерина Загоруйко, Елизавета Цесарская, Ирина Пустовалова, Вероника Сой, Марина Фролова и Анастасия Головченко. А на нашей арене Владислав Билык, светодиодный.